С вами канал Кукухня. Упали первые яблоки в этом сезоне, и мы решили испечь яблочный пирог. Мы еле дождались этого момента. Мы очень любим. Кушай, кушай, мой кабанчик, кушай. Чем толще ты вырастешь, тем больше из тебя получится супчика. Для яблочного пирога нам понадобится. И вам тоже понадобится. Яблоки, свежеупавшие или свежекупленные, лучше твердые и кислые. 4 яйца, стакан сахара, стакан муки, пол чайной ложки соды, щепотка соли, панировочные сухари и хорошее настроение. Ну, начинаем? Вбиваем в комбайн 4 яйца. Чпок. Первый пошел. Добавляем щепотку соли. Ну, вы помните, если соли не добавить, все пропало. Пол чайной ложки соды. Мы ее не гасим. Стакан сахара. И взбиваем до получения стойкой, красивой, вкусной пены. Такой же бисквит мы делали для шоколадного торта. Точно. Поехали. Ну вот, мы порезали 7 вот таких небольших яблок на мелкие кусочки. В это время взбились яйца с сахаром, и сейчас мы будем добавлять муку. Пока две руки добавляют там яблоки в тесто, две другие руки смазывают форму маслом. Мы смешали яйца с мукой. Ножи у нас стоят здесь вот такие, поэтому я буду добавлять резанные яблоки прямо в тесто, прямо в комбайн. А вообще можно выложить тесто в какую-то посудину, добавить туда яблоки и перемешать. Посыпаем смазанную форму панировочными сухарями. Ну вот. Готово? Готово. Хорошо. Теперь выливаем сюда наше тесто с яблоками. Температура духовки 180 градусов. Отправляем наш пирог примерно на 40 минут. Наш пирог готов. Запах такой, что язык проглотить можно. Проверяем еще раз деревянной палочкой. Если не остается на ней тесто, значит все готово. Мы перекладываем его из нашей формы в блюдо. Вкусный, красивый, пахнет изумительно. Сезон яблочных пирогов открыт! Ну, да. С вами был канал Кукухня. До свидания. Пока-пока. Ой, я пойду руки помою. Был. Попробуй. Что попробуй? Ну мы сейчас новый испечем. Не, ну надо.